Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок, продолжаем прокачку наших героев Brawl Stars. Все как всегда. Let's go. Музычку включил, а себе нет. Так. Ну что, поехали, открываем сундучок. Кейсик. Приму. Два билетика с бесплаточки. Неплохо. Так, окей. Поехали. Все как всегда. Тут мы все позабирали уже. Поехали, поехали, поехали. Вот. Интересно, когда я достану отсюда. Так, Фрэнк, блин, жалко. Маловато, маловато. Хочу, блин, Фрэнки прокачать на максималочку. Побыстрее. Так, решай. Ну, что-то по бонусах как-то так себе. Куча разных карт, куча режимов, блин. Очень крутая игруха. Затягивает. Так, Шелли 22, отлично. Кара. Два бонуса. Ну, не хотят, блин. Хочу уже какого-то золотого героя. Так лучше будет. Тара 54. Блин, ну не дают. Тара плюс 9. Кольт. Ну, Кольт тоже нравится. Надо будет сильно подробно поиграть. Пока мы прокачиваемся. Так, включили билетики. Маловато. Вот я смотрю, чем дальше девятки, тем меньше дают. Как-то странно. Так, Мортис 80. Блин, думал уже это сейчас будет крутиться, думаю, нифига себе. Так, окей, поехали дальше. Так, вот Приму. Дэрил. Шелли 50. Отлично, отлично. Око 50, рикошет 50, ну вы говорите, плохие сундучки. Так, Пэм, Эль Прима, Эрил. Ну не хотят, блин, дать мне. Редких. 10 всего. Я надеюсь, мне хватит докачать. Билетиков. Хватает. Так, ну, давай. Жадные они стали. Так, окей, Мортис. Шелли 30. О, мы уже практически на финишной прямой, чувствую, мы будем ее сейчас пробовать улучшить, если, конечно же, выходит девяточка. Так, Пайпер 60. Лишь три бонуса. Двадцать девять. Все. Ну что, походу я понял, что выходит в лимит, и у нас получается будут давать недостающие осколки. Отлично. Это радует. Проверим сейчас. Кстати, надо выйти. Апнуть ей. Франки 26, отлично. Пэнни 37. Давайте апнем ее. Let's go get him. Первая девяточка на моем памяти.
Так, теперь в ящике можно найти контузия. Отлично. Я надеюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, выйти. Спалим с вами, ребят. Блин. Герой называется донатненький. Давай, иди сюда. Такое мы не хотели. Блин, запарила меня эта пушка. Забейте его там уже. Ну, немножко, в принципе, вроде и можно играть, но, блин, не особо удобно. Немножко особо удобно мои доберут. Покажу вам заодно геймплей этим. Так вот, всех хороших. Чувствуете пачку. Затащили. Люди видели, как я играю. Мне неудобно через компьютер, честно говоря, играть. Так, окей. Так, что тут у нас? Ну, вроде с этого все. Поехали дальше. Будем пробовать выбивать. Френд 94, я вас люблю. Кольтик. Блин, неплохо было бы вытащить. Оно, наверное, скорее всего, это улучшение в редких. Ну, когда мы всех докачаем до 9, думаю, будет все попроще. Так, Барли. Тара. Нита. Франки 35. Отлично. Да, блин, неплохо было бы вытащить контузию. Так, 3. К сожалению, нету. Так, Фрэнк плюс 20. Мортис. Дэрил. Тара. По-моему, это наш новый топ по золоту. Так, Тара, Дэрил. Ну, блин, так хочется эту контузию поюзать, посмотреть на героя. Так, 306.
Нету, к сожалению. Рикошет. Файтер. Напишите в комментах, кто выбивал эту эмблемку улучшения, где она падает, как обычные предметы или как доп. Вот, отлично. Око. Ранг 28. Мортис. И рикошетик. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали. Улучшим. Оп. Так, отлично. Ну что, давайте еще открываем. Потерял эти ящики. Шансы у нас уже лучше. Уже два героя. Так, рикошет. Мортис. Эль Прима. Радует то, что никак в битве замков осколки, блин, добилы, они тебе. Так. Не дали. Не идут дальше. Падает на других героев. Это радует. Это не скоро пофиксит, поэтому надо всех прокачать на максимал. Так, там. Тара. Нет. Не дали. Так, Мортис Дерек. Бонусных не дали. Но давайте попробуем библиотек открывать. Себе. Блин, хочется эмблемку уже эту выбить. Поскорее. Интересно, когда все закончится? Они будут всем эмблемы давать? Или как? Не просчитали, что мы сюда пришли. Так, Фэн. Рикошет. Тара. Мортис. Файтер. И два бонуса. К сожалению, тоже нет. Артерин. Парни. Ранг 30. Отлично. Блин, ну нету редких героев. Когда они будут? Блин. И всего лишь три карты. Не хотят они расставаться. О, 56. Лаки. Блин, дай ты ту эмблему уже. Не хотят. Франка.
Есть! Шали, звездная сила, контузия, 2,5 секунды. Вот так вот, ребят, мы это достали. Пишите в комментах, обязательно прожимаем лайки. Че, я буду тестить уже? Всем удачи, всем пока, я побежал. Просто хочу сейчас, давайте мы его просто поставим. Было бы сейчас эпично. Ну давайте, что там у меня? Еще 2 сундучка. Не, нету. Давайте 2 обычных откроем. Посмотрим. Дэрил, Мортис. Блин, супер. То, что хотел, то и выбил. И билетики. Вот так вот. Супер. Так, хорошо. Поехали, поставим эту эмблемку уже на нее. Бум. Супер снаряды. Ну давайте попробуем. Потом уже сделаю отдельно обзорчик. Let's go. Он за мной повторяет. Я не увидел там особо замедления. Надо будет уже с планшета поиграть. Ай-яй-яй. Почти всех. Тут понятно, мы проиграем. Блин, неудобно здесь играть, конечно. А, блин, вот они. Супер, сейчас мы... Секунду. Вроде одуплился в геймплее. Сейчас еще разок сольем. Да. Я думаю, что многие... Нет, все-таки так не будет. Видите, неудобно. Ну я не знаю, что-то я не сильно в восторге от этой эмблемки. Я ожидал, конечно, лучшего. Куда ты бежишь? Прячься, дурачок. Ну вот, короче, вот как-то так, не знаю. Может, на планшете будет получше. Их его знает. Суперснаряды контузят врагов и замедляют их на 2,5. Они контузию, они не могут использовать навык. Вот оно что, я думаю, что за фигня. Короче, так вот, ребят, пишите комменты, будем дальше уже прокачивать, кто там у нас следующий. Поко.
В общем, куча всего. Давайте лучше. Есть. Так, семерка уже почти восьмерка. Все. Всем удачи, всем пока.